Помогите, тут как в психушке. Я уже привыкла. Гоу в отпуск. А чё, давай, кто за? Бам-бам-базаби, меси-бабаси. Ну что, куда? Где тепло? Где тихо? Ветер, у тебя же есть брат на юге. Позвони ему, пусть посоветует, куда поехать. Ты опять мыть будешь или по делам уже нормально? Халава! Я тут уже... Короче, куда с братанами поехать? На Карибы. Не брат, а наказание. Ну что, куда? На Карибы! Ура! Ура! Ого! А что это? А кто-то знает, где мы? В природе! Как смешно! Бам-бам-базаби, меси-бабаси! Долго еще? Я не знаю. Я откуда знаю? Светлана Проесту идем, что ли? А кто ведет? Ля. Несите меня. Я спать хочу. Мы идем полчаса. Бам-бам-базаби, меси-бабаси. Братан, у тебя и нет, владыки. У тебя тоже его нет. Я существо, а не демон. Окей, отдохнем. Чё они спят? Да кто их знает? Бам-бам-базаби, меси-бабаси! А куда мы идем? Карибы. Аэропорт в лесу? Что-то новенькое. Быстрее пошли, мы наконец отдохнем. А? Дайте отдохну. Ага, достали. Бам-бам-базаби, меси-бабаси. Уже приехали? Наконец-то. Давайте быстрей. Я прям чувствую этот свежий воздух. Я сейчас еще посплю. Окей, мы без тебя тогда. Это есть Карибы? Может, Лукас? Ля. Бам-бам-базаби, меси-бабаси. Ну, как там у них дела? Да в отпуск уехали. А куда? В Антарктиду. А ты им сказала, что не могли с нами на Карибы уехать? Ага, они не захотели, зато тихо.